Привет, друзья! Кого я приглашаю на вебинар, который будет у нас через несколько дней в 20 часов по московскому времени? Вот, например, книжка, видите? Ален Алиев, мой сын, психолог, который написал «Я управляю собой». Это методическое пособие по использованию метода саморегуляции, ключ для практикующих психологов, педагогов и их родителей. Он там будет. Но это не Ален сам, это фотография одного из детей, которые там были на его занятиях, когда он проводил по методу саморегуляции ключ в гимназии Гамзатова, в АО «Дагэнерго». А вот смотрите, физминутка на уроке. Это детишки там занимались, там и стихи такие. Ты пришел на урок и не можешь собраться. Почему бы не встать и чуть-чуть не размяться? Ну, очень правильно. Умеешь качаться? Попробуй давай. Свой ритм отыщи, а потом отдыхай. Качался кораблик на гребне волны. Качалась березка. Качайся и ты. Ну, разные упражнения там. Очень даже здорово. Вот сам Ален Хасанович. Ну, самое интересное, ну, он там будет, и будет еще моя дочь Шейла Алиева. Она тоже покажет свои изобретения, свои разработки, эмоциональную разгрузку. Это фантастическая вещь, я сам ею пользуюсь. А я вам хочу сказать такую вещь. Дело в том, что иногда людям, в зависимости от того, какой у них уровень напряжения, требуется то одна музыка, то другая, то требуется иногда услышать что-то, а иногда увидеть что-то. Все по-разному, в зависимости от состояния. И очень трудно человеку, любому, что-то объяснять в тот момент, когда он к этому не расположен, правда? И поэтому обычно говорят, что наше внимание заостряется там, что касается нашего интереса, нашего боли какой-то душевной или нашей проблемы. То есть, когда нас лично касается, вот этот вебинар, как повысить общее, улучшить общее самочувствие и сон по методу ключ, он как раз-таки касается нас всех и каждого. Потому что там за 5 дней будет дано домашнее задание, как за 5 дней, проводя в день, в удобное время для каждого эти приемы и алгоритмы, которые там будут показаны и рассказаны, у человека повышается самочувствие. Но это удивительная штука, я этим тоже всегда пользуюсь. Иногда мне бывает не только 5 минут, ни одной минуты иногда бывает достаточно, чтобы снять лишнее напряжение, мобилизоваться, настроиться. Ну и, конечно, перед вебинаром я это буду делать. И вы увидите, в каком виде я там предстану. Да, и там формула такая специальная. Чем больше стресса, тем больше сил. Чтобы мы научились относиться к жизни таким образом, что нас ждут большие трудности. И чем больше стресса, тем больше мы умеем включать в себе ресурсы. И этому будет посвящен вебинар. До встречи, друзья!